Приветствую вас, Виктория. Если отвечать на ваш вопрос, вот, условно говоря, вашей же терминологией, да, ну, вашими же данными и вашими же словами, то с вами что-то не так, именно потому что у вас есть такие термины, как ликвид, неликвид, достойный, недостойный. Это признак определенной личностной незрелости. И эта незрелость ощущается, что вы себя, вероятно, ну, принижаете. Вот. И, соответственно, если вы себя принижаете, то вот как раз вот как раз это и есть оно самое, то, что вы себя принижаете, это то, что чувствуют ваши коллеги, это то, что они ощущают и реагируют соответствующим образом на вас. Вот, собственно, что я могу здесь сказать. Потому что борьба. Потому что вам, вот, что называется, отзеркаливают то, что вы сами о себе думаете. А вам, что называется, отражают то, как вы, можно сказать, себя сами воспринимаете. И вы можете делать абсолютно все, что угодно. Вы можете абсолютно как угодно выглядеть. Вы можете обращать сколько угодно внимания на внешнюю историю. Вы можете сколько угодно обращать внимание на свой интеллект. Но если в глубине души вы себя обесцениваете, то это будет людьми так или иначе чувствоваться, вот. И вам будут, ну, с вами будут соответствующим образом себя вести. Вот, заметьте. Пожалуйста, вот такой момент, да, что вас задевает то, что вам вот его сватают, именно вот задевает вас. Вот, если бы вы себе были бы уверены на, допустим, на 100%, то вас бы это не задевало бы от слова никак, потому что, ну, сватают и сватают, я-то как бы, я-то знаю, чего я стою, вот, а у вас, очевидно, есть сомнения относительно того, чего вы стоите. И, соответственно, эти сомнения выражаются в тревожности по поводу того, а вдруг вот, со мной что-то не так. И, соответственно, действуете вы довольно привычным для себя ключи. Это пытаетесь понять,
Что со мной не так? Что я делаю? Что я делаю не так? И так далее, и так далее. Хотя, все с вами так. Ну, кроме разве что того, что это вы себе опергаете, кроме, пожалуй, того, что-то в себе вы не принимаете. Кроме, пожалуй, того, что есть вещи, которые вы себе отрицаете, несмотря на то, что они у вас есть. Либо здесь существует другой момент, когда вы, например, требуете от себя больше, чем чем адекватно можете достичь. Вы требуете от себя больше, чем адекватно можете, реализовать. И вот уже эти самые требования, они вам мешают, вот уже эти требования не дают вам покоя, вот уже эти требования мучают вас, беспокоят вас очень сильно и вообще всячески портят вам жизнь. Вот. То есть проблема, она вот в целом такая. А еще я думаю, что вы не можете встретить мужчину, ну то есть вы, может быть, не очень понимаете, как и что нужно делать, чтобы встретить мужчину. Вот. И вас это тоже вероятнее всего беспокоит. Вот. И, собственно, раз вас это беспокоит, то вы, ну, как бы обращаете внимание именно на этот аспект. Вот. Причем обратите внимание сразу. То есть здесь люди чувствуют, что вы хотите семью. Люди чувствуют, что вы нуждаетесь именно в семье. Люди чувствуют, что у вас есть потребность в защите. У вас есть нуждаемость раствориться, вероятно, в другом человеке. И это также может быть серьезной вашей проблемой. Если я, например, не могу доверять себе, то есть если я себе не доверяю, вот, то, естественно, я пытаюсь опереться на других. Да? Вот. Я пытаюсь опереться на других. Ну, а другие чувствуют это как слабость и, соответственно, все это отражает. Обратите внимание, как вы пытаетесь предугадать вопросы наши, да, то есть вы пытаетесь контролировать, наверное, как можно больше часть, ну, как можно больше сферы вашей жизни, но это, к сожалению, а может быть и к счастью, иначе бы вы не обратились к нам, невозможно. Вот вы говорите, я нормальная девушка, нормальная женщина без вредных привычек, порядочная и воспитанная. Что вы подразумеваете под нормальная женщина? Вот нормальная женщина, это какая? Знаете, вот это вот стремление к усредненности,
какой-то. Но на самом деле, ну, вам не делают погоды, вы не думаете. То есть не бывает нормальных женщин, как женщин, как не бывает, в общем и целом, нормальных мужчин. То есть это все, ну, довольно-таки индивидуально. Вот. Без вредных привычек порядочно воспитан. Ну так вот, понимаете, если человек внешне правильный, то интуитивно чувствуешь всегда, что это не совсем естественно. Вот. Вероятно, вы слишком неестественно правильно. Вот. Отсюда такая реакция. Дальше. Вполне привлекательная, слежу за собой. Ну, опять же, да. Для меня это, я уверен, что люди могут считать вас высокомерным. Отстраненный, ставящий себя выше других. Я считаю, что достойно такого же мужчина. А вот здесь начинается что? Здесь начинается стереотипы. Здесь начинается стереотипы. У меня обязательно должен быть такой же мужчина, вот, иначе я, ну, иначе со мной что-то не так, да, вот, у меня обязательно должен быть такой мужчина, который подчеркнет, что я нормально, что со мной все в порядке. Видите, то есть вы к себе, как сказать, претензии предъявляете и условия себе ставите, что я могу быть недостойным. Например. И вы то же самое делаете, скорее всего, по отношению к людям, которые могут находиться, образно говоря, ну, с вами, да? То есть это вот может быть мужчина, это может быть потенциальный партнер ваш, ну и так далее. То есть вариантов здесь, на мой взгляд, достаточно много. Соответственно, это вот то, на что вам имеет смысл обратить свое внимание, потому что что такое достойный, кто такой достойный, кто это такой, да, вот, вот грубо говоря, что достойный себя вот представляет, да, это на мой взгляд, это очень важные вещи, вот, которые вы, к сожалению, ну, на которые вы, к сожалению, практически не обращаете своего внимания, да? Вот, это очень важный момент здесь, что раз я достойна, то и у меня может быть только достойный человек. А что это за достойный человек? Что он из себя представляет? Ну, вообще говоря, не очень в этом
понятно. Вот. Ну, потому что как бы у всех разные. А дальше, значит, мы, то есть, знаете, да, вы не смотрите на то, чем человек может, например, ну, выделиться, да, вы не смотрите, вы смотрите, чтобы человек был достоин. Вот, ну, опять же, вы можете сказать, что нет, это просто вот так, ну, такой оборот речи, я смотрю и так далее, ну, понимаете, раз вы допускаете мысль о том, что можете сами быть неликвидный, как вы выразились, то я думаю, что вы ставите себе все новые и новые условия, вот в частности эти условия касаются того, что вы вредных привычек себе не позволяете. Вот, и, ну, очевидно, очень требовательно к себе. Это все делается для того, чтобы иметь право называть себя достойным. Ну, как бы у вас это право вне всякого сомнения есть, но куда она вас приведет? Большой вопрос. Дальше, так, мне сватают коллегу, так, и не дают такой образ, почему я взял, они что такое же быть убогой, как он и недостойный лучше. Ну, вот видите, да, то есть, как бы, здесь не особо важно, вот, что вы чувствуете к человеку, да, да. Вот, ага, здесь, образно говоря, ну вот, значит, как бы важнее то, что лучше он или хуже, вот, как бы. И это, ну, в общем-то, наводит на мысли определенные, да, вот. На что вы ориентируетесь, на что вы обращаете свое внимание там, в первую очередь, вот, какими критериями судите людей и так далее. Дальше. Если у вас возник вопрос, почему я не спросил, боюсь, что передадут мои слова этому мужчине и вообще всем, кому нужны, будет неприятность. А каких неприятностей, Виктория, вы боитесь? Зачем мне знать ответ такой, я очень хочу понять, каким образом я генерирую впечатление, что я такой же неликвид, как этот алкаш, я хочу понять, что мне надо делать, чтобы они меня перестали считать неликвидом. Почему вы считаете, что алкаш неликвид? Почему у вас такое уничижительное, пренебрежительное отношение к определенной части людей? Такие же люди, просто они немножко другие, видите? Вы возвышаете себя и негодуете по поводу того, что вас считают той же, над кем вы себя пытаетесь возвысить. Дальше. Для чего вам их мнение, менять мнение? Почему вам важно мнение людей? Не потому ли вы себе сомневаетесь, и не потому ли люди сватают вам того, кто сватает, того, кого сватают, потому что вы в себе не уверены, иначе не пытались бы поменять мнение людей о себе. Может быть, просто нужно заниматься тем, что вам нравится, реализовываться и все. И тогда люди увидят, какая вы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.